Будучи ректором Казанского императорского университета, Николай Лобачевский потратил немало сил на развитие своего учебного заведения. Об этом свидетельствует как постройка новых корпусов университета, так и увеличение количества обучающихся студентов в 3 раза. За 19 лет руководства университетом Николай Лобачевский смог сделать Казанский императорский университет одним из лучших образовательных учреждений страны. В этом деле ректору помогало множество людей, и один из них – Эдуард Аверсман. Именно благодаря этому ученому в университете начинает появляться зоологический музей. Эдуард Александрович Аверсман – это известнейший зоолог, врач, путешественник, современник и друг Лобачевского. Где-то 30-40-е годы являются золотым веком, наверное, зоологического музея Казанского университета. В эти времена очень много экспонатов было закуплено за границей. Ну и, естественно, это все одобрял Лобачевский, Мусин, Пушкин. Появление зоологического музея в стенах университета позволило студентам изучать биологию по экспонатам, а не по рисункам. А это, в свою очередь, повлияло на качество образования. Создание зоологического музея было очень важно из-за того, что очень большое многообразие живых существ по всему миру. И, естественно, чтобы готовить хороших специалистов, для этого нужно, чтобы они изучали природу не только по учебникам, по бумагам, но и непосредственно контактировали с настоящими живыми или хотя бы в виде чучел экспонатами. Уже через неделю мы снова расскажем вам про музей Николая Лобачевского, а также про людей, которые повлияли на становление Казанского федерального университета. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.